Хе-хе. Люблю, когда братик меня гладит по головке. Братик тоже любит, когда ты гладишь его по головке. Здарова, братаны! Вы на канале DevPlay, меня зовут Евгений, и сегодня мы продолжаем проходить Некопару. То самое чувство, когда 5 дней нихуя не записывал выпуски. Эх, как хорошо вернуться! Ладно, погнали! Слушайте внимательно, это называется разрешение на независимую деятельность, понятно? Да хуй их знает, понятно им или нет. Да давай тыкайся, господи. Тык, во. Тыкнулась. Ей. Сможете ли вы понимать законы человеческого социума и руководствоваться ими, не прибегая к кошачьим привычкам и инстинктам? Не факт. Настоящая Нека способна преодолеть их. Не может быть! Чокола не настоящая Нека! Чё ж чоколи делать? Пердеть и бегать. Бу-га-га-га-га. Расслабься. Так как была Нека, так и осталась. Незачем паниковать. Ванила, не будь такой безразличной. Важно стать самостоятельными, если вы хотите повзрослеть как можно быстрее. Чокола, Ванила, вам в ближайшее время предстоит стать партнершами братика, так? Оу. Так точно, Чокола хочет быть партнершей хозяина. Мне главное быть с Чоколой, а там хоть потоп. Главное не увольнение. Амбициозность явно не про Ванилу. Она чего угодно может отшутиться. И если надо, она может вложить в работу все силы. Просто не подает вида. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Бля. Как она? Шо ж ты? Вы тоже не особо напрягаетесь. Я отшутился и продолжил готовить. Такова уж кошачья природа. Как говорится, обед узнает по кушанью, а ум по слушанью. Опыт лучший учитель, нежели объяснение. Азуки будет примером. Азуки, как старшая, покажи, как должна вести себя Нека с колокольчиком. А, зачем еще? Неохота мне. Если только мне не обломится что-нибудь. Мы рассчитываем на тебя, Азуки-тян. Пожалуйста, Азуки. Итак, посмотрите на силу воли, которой должна обладать Нека с колокольчиком. Братик, мотай на ус. Сигура, гордо улыбнувшись, достала что-то из кимоно. У меня тут случайно оказался большой аппетитный кусок тунца, перед которым ни одна кошечка не устоит. О, откуда он взялся? Хе-хе-хе. Я приготовила его специально на сегодня. В каком-то смысле это выражение моей любви к тебе, братик. Я не спрашиваю зачем. Я спрашиваю, откуда ты его достала? Давай не будем о мелочах. Ну и чё тут ответишь? Пожалуй, хватит уже клоунады. Обычная Нека при виде еды поддалась бы инстинктам и тут же набросилась бы на нее. Но если я поднесу ее поближе к Азуки... Мяу! А? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-н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 ям. Азу. Азу. Мяу-мяу-мяу. Стой, Азуки! Ей вообще до пизды. Пример того, как вести себя не следует, Азуки будет наказана. Значит, будут и наказания. Хаканат, покажи пример сопротивления зову природы.
Как она готова? Положитесь на меня, Сигура, сама. Начинаем. Братик, ты смотришь? Сейчас будет кое-что совершенно иное. Чё? Чё иное будет? Это будет полезнее чоколей и ванили, нежели мне. Не подведи, Коконат. Она совсем не слушает. Ну, если Чокола и Ванила смотрят, все будет в порядке. На старт. Внимание. Ого, удивительно, вот наша Кокотян. Отсутствие какой-либо реакции поражает. Она совершенно спокойна, впечатляет. Было бы за что хвалить. Это нормально для кошечек, Сигуре. Я могу так часами. В чем дело, Кокотян? Ай, мяу! Ой, Чоколе досталось от Кокотян, за что? Извини, Кокола. Чокола. Я просто... Сурово, но ты все-таки Нека. Что тут поделаешь? Ты в порядке? Дома они себя так же ведут? Вообще, Азуки и Коконат обе прошли тест на отлично, но... Все-таки они не могут вести себя как следует без присмотра. Почему я не смогла сдержаться? Суши Сонсон просто божественно. Братик, поверь, в этот раз проблем не будет. Я гарантирую это. Ну и? Хорошо, немного неудобно, но я здесь. Здравствуйте, Кася-сан. Я, может, не лучшая, но целиком и полностью в вашем распоряжении. Боже, какая она милая. Извините, что вытащил вас, Мэппл Синнамон. Ну, знаешь ли, будь благодарен, что я вообще пришла. Это же ради наших сестричек, так что не беспокойтесь. Наблюдайте за тем, как Мэппл и Синнамон будут писать тест. Письменный тест? То есть на сегодня тренировка закончена? Будем стараться. Покажите нам пример. Хорошо. Тут даже не пошутишь. Все ясно. Учитывая, сколько всего сегодня произошло, теперь должно быть спокойнее. Наверное. Все в ваших лапках. Давай пока попьем чайку, братик. Только ты и я. А? Разве так должна проходить подготовка к письменному экзамену? У них уже достаточно учителей, так что нам следует удалиться. Уси меня не к дитя без глазу. Кстати, я принесла немного свежих ахаги. Сама готовила. Я была бы очень рада, если бы ты их попробовал, братик. У меня к ним есть еще чудесный чай. Я на кухню. Как здорово! Ну, думаю, ей можно довериться. Она же помогла остальным четверым пройти экзамен. Я ничего не ответил и продолжил наблюдать за ними. Буква «Д» означает «открытый рот». Запомни, это может очень пригодиться. Ух ты, круто, Мэпплчан, любой смайлик нарисуешь. Ты мастер, повелитель смайликов, здорово! Хе-хе, Чокола так увлеклась? Столько шума от простых смайликов, сейчас покажу еще стикеры.
Ух ты, как мило, сверхмило, что это? Ну что это такое? Ванила Тян, ты готова? Ты знаешь про цвета, да? У них есть пестики и тычинки. И, ну, поняла, пестики и тычинки, да? Они вот так становятся очень липкие, липкие, и потом у них ребеночек, знаешь... Синамон, хватит пошлостей, объясняй нормально. Я не завожусь, и мяу, я же за старшая, со колокольчиком. Не может быть, у меня ни одного учебника по биологии или по анатомии. Я разочарована. Мяу, не смотри на меня так, мяу. Да чем они занимаются? Очень важно, чтобы они усвоили общие знания и обучились чтению хотя бы на уровне начальной школы. В последнее время происходило немало преступлений с участием НЭКа, поэтому их надо также обучить особенностям жизни в человеческом обществе. Все, что я вижу, это то, что они просто играют на телефоне и читают какую-то муть. О, братик, порошок Кинака восхитителен. Скажи, а... Взяв приготовленный Сигура Ахаги, я продолжал наблюдать за занятием. Это что угодно, но не учеба. Ничего они не учили. По крайней мере, я представлял себе учебу совсем иначе. Я начал сомневаться в целесообразности этой затеи. Братик, посмотри, а правда же милый стикер? Я решила попробовать и сделать парочку, думаю, они могут стать очень популярны. Японский бог! А, Чокола и Ванила и... Форма нашей пекарни? На экранчике чиби-версии Чокола и Ванила. На некоторых были таблички, на других они были изображены спящими. И это действительно выглядело очень мило. Хоть я и ничего не соображаю в мессенджерах. В качестве талисманов они действительно неплохо раскрутятся. У тебя просто куча странных способностей. Я подумала, что мне стоит помочь братику с рекламой пекарни. У тебя есть талант к выпечке, но ты ничего не соображаешь в рекламе. Сигура действительно очень хорошо знакома с интернетом. Резкий приток посетителей на второй день показался мне очень подозрительным. Теперь понятно, как клиенты узнают о нас в интернете или в Твиттере. Блин, Твиттер это, сука, и есть интернет! Сука! Бля! Это тоже проявление моей любви к тебе. Ну уже похвали меня. Да, спасибо за помощь, я очень это ценю. Хе-хе, люблю, когда братик меня гладит по головке. Братик тоже любит, когда ты гладишь его по головке. Сигура счастливо улыбнулась, закрыв глаза. Все-таки хорошо иметь такую сообразительную сестренку. Я решил погладить мою маленькую, но незаменимую помощницу по голове в знак благодарности. А что случится, если позвонить 110? Если поранишься, набирай 119, запомни как следует. Мэппл Тян, в телефоне передаю, что завтра дождь, будет сыро. Знаешь про насекомых? У них есть сперма, семя. А нет, в них пыльца, понятно? И пестик, да? Они позволяют ей попасть внутрь беременную. То есть они занимаются сексом с насекомыми? Замена сексу? Мяу! Не говори таких постыдных слов! Вам надо вести себя благопристойно!
Подумать только, ванила за такие грязные вещи. Пошлёнки тихо. Синамон, вытри слюни. Хочу спросить кое-что. Колокольчика действительно достаточно, чтобы разрешить им выходить на улицу самостоятельно? Все наши кошечки умницы. Я буду их проверять, братик, не переживай. Я предусмотрела это, так что у меня уже есть все ответы на тест. Ты хозяин Чекла и Ванилы, так что прочти их внимательно. Постараюсь. Предусмотрела, значит. А я думал, что для нее это не более чем игра. Я продолжил наблюдать за бессмысленными и беспощадным... За бессмысленным и беспощадным уроком. Нет, еще немного крема, и все потечет. Эй, ты вообще с нами? Что это было? Осталась только начинка для яблочного пирога. Я еще раз проверил список. На часах уже далеко за 9 вечера. Хотя на подготовку к тесту для получения колокольчика уходила куча времени, я все же нашел в себе силы на подготовку к выходным. Хозяин, хозяин, поглядите! Мы наконец превзошли пределы способностей Нека. Мы совершенны. Быстро же вы справились. Это потому, что мы тебя обожаем до глубины души, хозяин. Хе-хе-хе-хе-хе. Не надо изображать Сигура. Сигура и остальные уже ушли, хотя урок начался лишь часа 2 назад. Так там же темнота! Думаю, они уже усвоили умножение. Судя по лицу хозяина, он думал, что мы едва освоили самые азы. Довольно близко! Сам я так далеко не заходил. Я промолчал, чтобы не убить их боевой настрой. Хе-хе-хе-хе, хозяин, поглоть мою шейку. Чучокола будет невозмутимо и не будет урчать. Вот как. Не очень-то у тебя получается. Мяу, Чокола ничего не может поделать, Чокола слишком сильно любит хозяина. Не думай, что Чокола заморчит от любой мелочи. Сейчас поглажу тебе шейку, Чокола. Не получается. Даже с Ванилой не может сдержаться. Что она пыталась показать мне? Ну, Ванила, может, ты попробуешь? У тебя получится сдержаться. Конечно, я не моргну, даже если сильно хлопнуть в ладоши перед моим лицом. Ну же, хозяин, не бойся испытать меня. Ну ладно, давай-ка так. Гладят. Смотри, хозяин, у нее аж хвост торчком. Он пронзит небеса. Ваниле, похоже, очень нравится, когда ее гладят. Нет. Это не... Да я так показываю с любовью, свою любовь к Чоколе, когда она рядом. Ну, тесты вы, скорее всего, тоже... На тесте вы, скорее всего, тоже будете сидеть вместе. Как же их заставить что-то? Похоже, она изо всех сил старается не уступить Чоколе. Это просто небольшой огрех. Огрех.
Пожалуйста, проверь нас в чем-нибудь еще. Мы абсолютно точно справимся. Да, у нас все получится, не переживай. Можешь задать нам любой вопрос на засыпку. Из списка. Я пробежался взглядом по тем вопросам, что им попадались ранее, проверяя ответы. Среди них было много вопросов о поведении Нека. Итак, давайте с самого начала. Не сомневайся, что у нас получится, у нас ведь такой замечательный хозяин. Не волнуйся. Хорошо. Нюх-нюх-нюх-нюх-нюх-нюх. Тест на сдержанность. Не пройдено. Кстати, я перед этим держался с плесенью. Мяу! Тест на реакцию Флюмина, кстати, тоже не пройден. Следующий. Мяу, мяу. Ах, хозяин, Шипит. Ты что творишь? Шш. Тест хлопком перед лицом. Не пройден. Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Непереводимый кошачий сленг. Непереводимый кошачий сленг. Тест перевод дразнилкой не пройден. И это-то ничего. Кошачья мята просто улет. Крышку рвет, с ней не справиться никак. Еще, хочу еще. Тест кошачьей мятой не пройден. Мяу, ванила мы не прожили. Да все равно уже беру мятку и спать. Впервые попробовали кошачьи мяты, будто пьяные. Они точно справятся? Ответ на этот вопрос мы узнаем уже в следующий раз. А сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.